Для этих ребят январьские каникулы – это не только поедание оливье с мандаринами, просмотр новогодних фильмов и беззаботное времяпрепровождение, но и еще настоящая интеллектуальная борьба, которую они ведут на рождественском кубке по шахматам, традиционно проходящем в спорткомплексе Подмосковье. В этом году посоревноваться собралось 11 ребят из нашего округа 2005-2009 года рождения. Для них игра в шахматы не в новинку, ведь перед тем, как поучаствовать в кубке, у подростков было время потренироваться. Проводятся тренировочные турниры, которые уже готовят ребятишек к тому, чтобы они уже играли на довольно высоком уровне и правильно реагировали как на выигрыши, так и на проигрыши. Всего в турнире предусмотрено 2 игровых круга для девочек и 1 для мальчиков. Настоящий шахматный поединок всегда требует от игроков максимальной сосредоточенности, а также способности анализировать и мыслить на несколько ходов вперед. Несмотря на юный возраст участников соревнований, они это прекрасно понимают. Для меня, наверное, самое важное в шахматах – это изучать позиции всякие там и стремиться к совершенству. Там есть фигуры, и это интересно. А чем это интересно? Это же сложно очень. Ну, кто умеет думать, тому не сложно. В завершении турнира победителей как среди мальчиков, так и среди девочек наградили кубками. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.